Сейчас наложу на нас маски, чтобы люди не испугались. О! Видишь, как сразу? Ну. Соски. Сколько за уже? 9? Че 9? Человек. Уже 1. 8. А это что, страница? Твоя вот вторая? Да. А почему у тебя оповещение пришло, мисс Крис, в прямом эфире? Потому что у меня пиар-страница есть. А, я думала, сова. А я думала, сова. А я думала, сова. О, это Влад мой подсоединился, брат. Влад? Кто такой? Уже 300 человек. Влад. 367. Все пришли посмотреть на пьяную Ольгу. Ольга. Ольга пьет. Ольга нет. Вы классные, спасибо. Опять мир дружбы жвачка. Вы ж перестали общаться. Начислили просто. Перестали опять. Оля просто деньги мне вернула долг. В 2 косаря. Я ее простила. Привет, красотки. Ты выпить хочешь? Ну давай. Кристина, ты. Что там? Лиз. Кристина, хватит Олечку обижать. Пшла нахер отсюда! Опять пусть ответит. Оля пусть ответит. А на что? Во что, продолжение? Да. Нет. У нас не заканчивалось. Синяя ничего. Яма. Нет, у нас нормально все. Мы просто отдыхаем. Заказали себе. Так, шанс. И за кальяном не зашли, Влад пишет. Блять, как тащи кальян! Влад. Не до кальяна вчера было. Ольга уже завятлый алконолик. Алконолик. Оля, ты тоже с девушкой? По кафтане, да. Да, у нее есть да. девушка, да. Алена познакомила ее с Оксаной. Теперь она с ней. Lick me, Оксана. Теперь у Оли есть Оксана. Ну как тебя Оксютка-то? О, поздравьте меня с легким паром. Поздравляем. Вас интересно смотреть. Че, Оля, ответь, ты желез. Да. Можно без этих вопросов в эфире? Я отвечу за нее, да. Ребят, да. Че, Крис, пиздец, ты остановишь. Ну не стесняешься этого. В блок. До свидания. Угу. А что там было? Крис, ты пиздец страшненькая. Ну, не стесняешься этого. Да, это можете отправить 1000 рублей, пожалуйста, пожалуйста. Бля, кто бы нам отправил? Ну, на похмел. А где Михаил? Михаил у Инны. С Мадиной. Он не захотел ехать домой. Поэтому мы продолжаем. Оля, почему я в ЧС? Никогда ничего плохого не писала. Они все так говорят. Они врут. Они врут. Наоборот, всегда за тебя была. Вранье, ложь. Ну, просто так же. Просто тебе. Так вы там не окажетесь. Аленка жива? Мертва. Ну, вроде как. Наполовину. Оля, ты такая прикольная со своей прической. Да, красиво. Красивая дулечка. Да иди нахер. Пожалуйста. Это не мое. Ага. Мне подкинули. Зай, закрой дверь, она это. Курит. Плохие дела делает, да. У себя в инсте вы красотки, а в эфире страшно. Открой просто чисто это было? Йога. Там вот она. Себя... Ну тоже вот. пошла на. Пока мамы нету моей, можно материться. У вас второй день? Че? Оля, бьюти бокс. Хочу, пожалуйста. Розыгрыш окончен. У тебя что, розыгрыш? Нет, он закончился. А, он закончился. Ребят. Я разыгралась. Аленка не пьет. Да лычит она, как не знамо кто. Фу. А это вчерашняя Ольгина любимая. Да, конечно. Это не мое вообще, я такое не пью. Фу. Талка. Вот Талка. Вот Талка Ольгина. Это вчерашняя. Это не Ольга. Моя. Конечно. Да, скоро Оля покажет Оксану. 1 мая. Окси плюс Ольга равно лав. Лик. Forever.
Лавлик. Большой привет из ТЛТ. Вы супер. Привет, Тольятти. ТЛТ это Тольятти? Да. Привет, мои куклята. Обожаю вас, девчули. У вас волосы и пропало. Огонь. Такие тоже хочу. Где Глеб Клубничка? Да здравствуй. Кубичка. 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 Бомба, если честно. Кубичка сейчас на доме 2. Олталка. Олталка. А мне кажется, тебе уже ник надо переименовать. Олталка. Обосрали сначала друг друга, а теперь типа подруги лицемерки. В блок нас. Пошла в блоки заносить. На самом деле Оля просто приехала, пала на колени, просила прощения, сказала, прости меня, подруга. Саню в блок кинула. Оно и понятно, оно и правильно. Саня обиделся, ее в друзья не добавляет. Тихо. О, тихо, о, тихо. Хранитель терапевта, привет. Привет. Да, Оля придет с Оксаной на дом 2. Где ребенок такой? Где ребенок твой? Опека забрала. I'm rich, bitch. Я богатая сучка, у меня нет детей. А вы знаете, Миша не ее сын. Была в Усть-Илимске? Не, не была. Если б честно, пока бы я это прочитала, я прошу прощения. Писали, что Оля опять с Глебом. Почему он на проекте без Оли? А Оля как с Аней ушла. Ребят, вы что фейкам верите? Оля с Окси. Вы вместе теперь? Да. И... Ольга, вы не забыли, что у вас дома собака и кошка? Нет. Ну, вообще-то, да? Там есть лучшие друзья, которые их кормят, поэтому все, ништяк, пук, блеск, красота. Алена где? Да ты потеряла. Кошечка. Вот такая вот она красотка моя. Пьянька. Моя пышечка. Моя пышка. Пышечка. Пышка. Сама ты пышка. Чего мы весь день делать? Мы похмеляемся. Весь день пьем. Какой ряски? Как Саня, что ли? Кряски, да. Оксана ряска. Ряска. Окси. Моя. Алкашки. Блок. Две алкашки в блок. Ну, может, она по-доброму, не надо. Нет, хочешь, это одна и та же. С левых аккаунта? Да. Тихо у вас. Да мы втроем. Старая в блоке. Страничка. Жрать нечего в магазине, ехать лень. Что делать? Доставка. Delivery Club. У нас выручает сегодня весь день. Целуй Алену. О, боже. Инна дома. Где Инна? Где музыка? У вас тройничок. Тройничок, чтобы ты заплакала. Неси Джафара. Тройничок, чтобы ты заплакала. Братск, вот. О, привет. За мошенничество в блоке, это правда? Да нет, конечно. Какое мошенничество? Вы о чем? Лок. Почему Инна не... А Инна с тремя детьми сидит. Инна многодетная мать. Она нас послала, поменяла замки и предупредила консьержку, и мы больше туда не вхожи. Не можем. Мы не можем сына забрать. Сегодня опять с ночевкой спрашиваю? А, нет. А куда ты? В блок. Приезжай к Экибастус. Все, блин. А что завтра в сад, Миша, не... Блядь, какие вы дотошные. Какая у вас жизнь скучная, реально. Реально, если вот, мне кажется, один день у вас пропустит сад ребенок, мне кажется, вы повеситесь. Садик не ходит. Ходит.
Что-то реально тихо. Да, вруби музон, что ли. Гитару. Врубай, блин, этот. А где мой? Владимирский централ, ветер северный. Так не громко. Три с кольцом в носу удобно, да? Я 2 дня отхожу после таких попоек. Возраст девочки, точно говорю. Да мы в курсе. Вот поэтому. Поэтому мы больше не мешаем. Кадетство. Оля петь будет. Кадетство. Девочки, спойте, им понравилось, что как я пела. А, блядь. 11:01, и я иду из вечерней школы, а ночь синая. Я, блядь, ни разу не слышала эту песню. Кадетство. Ну, я начало слышала кадетство. Сейчас по припеву поймешь. Луна. Что пили? Вот готовку. Как птица. Надо этим городом. Этим городом на нет? Что? Нет. Оля, татуаж на губах? Карандаш. Татуаж. Она просто первым делом, когда просыпается, сразу губы. Чё? Почему я нос не сделала до сих пор? Почему я по бартеру нос не выбила? Что? На бак мой исправить. А согласна, у тебя нос уродский. Вот. Бля, пукшая, пиздец. А что ты с носом? А. Шелоки, наверное. Ну, мне кажется, у тебя пипка прям бесячая. Да, мягкая. Нет, твердая у меня мягче. Твердая. А ты мой вот так попробуй приподнять. Нифига он твердый. Да, вот так попробуй сделать. Нифига он твердый. А мой здесь? Это потому что ты настоящий? Да это у нее. Как не настоящий? Как нос может быть не настоящий? Зайки вообще, блядь, пипка, блядь. Потрогай, блядь, его хочется, блядь, жмякать. Идиотский такой, ой, блядь, ты знаешь, так хочется жить. Ты знаешь... Ой, боже, я пошла. Все, да. Ждаться. С этими песнями только спать. А я не буду стесняться. Ладно, я слежу. Ом намуране. Ом намуране. Бля, девочки, я тоже свой нос потрогала. I feel like love, and you know to wait it for long. First you feel me sleep. Окси, ты где? Выходи! Оксан! Иди сюда! Сейчас покажем. Наконец-то мы готовы. Ольга готова к этому. Когда ты сделал выбор сам и по пустякам, ты ищешь повод. Ты будешь делать камин-аут? Да. Хорошо. Когда? Сейчас выйди с туалета. Сейчас сделай только камин-аут. Перезажа. О, Оксан. Да. Давай это, слышишь, бомбанем с кем-нибудь это совместный прямой эфир. Давай с кем? С подписчиков. Давай. Там тебя спрашивают. Давайте из подписчиков. В натуре сейчас будем делать! Делать огонь! Давайте с кем-нибудь. Кто? Стоп, запросы отправляйте. Запросы отправляйте. Сейчас мы. Оля сейчас будет по отдельности показывать каждому Оксану. Да. А как посмотреть? А, во-во-во. Посмотреть запросы. О! Давай. Поехали. Все, что ли? Она что-то не... Она слилась. Сливаюсь. Ожидаются. Угу. Отклонила. А ты что, хера предлагает?
Старший. Есть девятка, Зай? А? Нет, да. Чуть-чуть. У меня 1%. Никто к нам не подключается. Нас боятся. Конечно, ёбло такие. Чё ожидать? Я тоже не могу запрос отправить. Ого, я вообще не ожидала. Я Латвия, Даугавпилс, Латвия. Ну что, чин-чин тебя, как зовут? Александра. Вот с дочкой лежим, смотрим. Я вообще не ожидала, девочка. А где дочка-то? По рядышком лежит, вот. Ой, ты пупсечка какая сладкая. Привет. Капец, как я не ожидала. Я только отправила, и вот тут уже, хоп, я смотрю, все загружается. У нас все быстро, у нас все быстро. У нас все четко, у нас все быстро. Что, еще раз? У нас все четко, у нас все быстро, Саш. Вы пропадаете. О, во, все. Мы тут? Да, я тоже тут. Все, расскажи. Давай, мы следующим пошли. Да, хорошо, давайте. Давай, Саша, смотри нас, целую, пока. Да. Отключайся. А, ну надо найти как еще? Крестик! А, все, понял. Нажимай! Надо придумать какое-то свое приветствие. Чин-чин. Она отклонила. Правильно, скрывай нахер все. Тогда чин-чин вам. Чин-чин вам. Чин-чин вам. Чин-чинку. Пока, спасибо, что были с нами. Муа. Отключаемся. Давай. Короче, раньше была, знаете, чат рулит такой. Чат рулит. Ты переключаешь, и, короче, у тебя там люди разные. Прикольно. Все бухайцы, говорит, на вас насмотрелись. На вас насмотрелись. Колета! Питон! Питон! Сейчас, питон точно. Это возьмем. Свой, это свой. Питон свой. Он уже выехал. Питон! Ты где? Настюха! За рулем, деловая. Давай, ты не отвлекайся, все нормально. Смотри на полосу, на все топоры. По дорогу. Да прямо. А вы что, уже синий, как изолента или как небо? Типа того, а где ты шляешься, вот. Бля? Вон, как вот то небо. Да, да, вы к нам уже едете? Нет, через полтора часа. Все на время. А я думал, а сама. Кукушки. А я думал, я уже БЛД. БЛД. Ты БЛД, да.
А, все, теперь я поняла. Зай, тебе сколько? Ящик или два? Зай! Зай, ну. А у вас что, рубрика этот, подключаем подписчиков? Да, да, да. Ну, я же тоже являюсь подписчиком. Да, поэтому у нас со всеми двухминутный разговор. Спасибо, что вы с нами. А вы, кстати, из какого города, Евгений? Татарстан. Татарстан, привет, пиздобол. Ну ладно, Многообещающий. А вы откуда? Ольга взгрустнула. Она песни свои слушает. Вот эти, конечно, где-то плачет один Айрон. Не Айрон, а Аарон, блин. Айрон. Айрон. Это не питон, а питоин. Питоин. Ты тогда не ветер, а уэтер. Уэтер, а я уэрябина. Уэрябина. Это кто? Это уарабей. Уэрябина. Оль, а где малой? Опека забрала. Блядь, все, ты в черном списке, ты в блоке, короче. То есть, короче, направо, пристраивайся направо. То есть, короче, я сейчас по-больному, да, все-таки достал? Нет, зачем по-больному? Ну, что за глупый вопрос? Миша в Зеленограде один дома. Как это, слышу, как говорит, а где дети после дня рождения? Армен говорит, Яндекс доставку оформит, привезут. Ну, по итогу я оказался Яндекс доставкой. А где мы, кстати, бабосы за доставку? Алло. Так, мы это все обсудим, но не в прямом эфире. Сейчас люди неправильно поймут. Как отключать, вот, если меня раздражает разговор, как отключить его? А, удалить. Так? Да. Удаляю. Все, пока, мы ждем через полтора часа. Вас целую, пока. Давай. Все. Дальше подключения пошли. Уже придумала приветственный... Да, у меня приветственный клич. Hello! Чё вы? Отдыхаете? Катя, это ты? Какая Катя? Похожа была на нашу Катюху. Похожа на нашу Катюху. Нет, я не Катя, я Даша. А, Даш, привет. А ты откуда? Я из Волгограда. Волгоградская область. Понятно. Что делаешь? Да ничего, валяюсь. А, Колян не звонил там. Колян? Да. Какой Колян? Ну, твой Колян не звонил тебе. Нет, Колян не звонил. А, блин, вот козел. А. Я же ему написала, что... Что вы на Дом-2 собираетесь обратно? На Дом-2 мы нет, а ты... Я нет. Мы тоже нет. Понятно. А нас не позвали. Не позвали, да? Мы в блоке. Ну, поэтому нас не позвали, потому что у Оли Оксана, у меня пропали, Лёва. Пропали, подождите, стойте. Алло. Коля, наверное, позвонил. Да. Да, да, да. А чё там шепчетесь, я не пойму. Шепчетесь. Это есть можно, что внутри? Нет, конечно. Тельжбу пожрать. А это ближе. Тельжбу пожрать, это конфетюшки. А мне лишь бы пожрать. А где? А чё не видно? Мы тогда тоже, чё? Херли. Ули не гули, улетит, не поймаешь. Алло? А при чем здесь Коля? Я такая, а что за Коля? Просто ей сказала, она говорит, я не Катя, я Даша. Я говорю, она похожа на Катя. Колян, говорю, звоню. Но по голосу очень похожа, да. На Депеш Мод. Ну а что, песня всех времен и народов вообще? Что, не знаешь? Дорогие... I want it. I... Чё? Себе там ковыряет. Привет! Привет!
Ольги, сладкие какие! Вы откуда такие? Привет, девчонки! Я Дом 2 столько смотрела, прям нереально круто. Да, я один мальчик. Круто с вами познакомиться вообще вживую. Я тоже. А вы откуда, с какого города? Я с Луганской области, Украина. О, нормально. И чё, чё делаете? Да ничего, только с улицы зашли вот сейчас. Будем уже скоро спать ложиться. Спать ложиться? А сколько у вас время? Да такое ж, как и у вас. Просто ж купаться, кушать и баю-баюшку. Ну, понятно, да. У нас одинаковое с вами время. Понятно, Дом 2 не собираетесь? Ну, я явно нет, у меня трое, хватит. Оли четверо, ее берут. Оли один, не надо. Мне уже четыре. Ты мой сладкий. Ну все, мне приятно было с тобой познакомиться, кукленок. Пока, зайчик. Пока, побухай. Сучара, почему мы опять сучара? Мы сучара, мне пухо, это не я, это ты. Это не мне пишут. Отклонила. Ну, отправляются запросы, я тогда ничего не отклонила. Сучара. Грузы заблокла, блок. Блок. Ребят, вы что нас обтираете? Я не да, тот лучше... Чё, вы из-за Дашки расстроились? Ну, то что, из-за Калина? Или чё? Отмену. Ой, блин, да что такое рот рвёт? А ты чё молчишь? Почему я базарю? Не знаю, ты же, ну, я компанию поддерживаю просто. Ты ж подала голос. Привет! Да. Я не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я тут одну в блок кину, секунду. Хватит лыкать без камеры. Как вас зовут? Привет. Здравствуйте. Какой город? Санкт-Петербург. А где живешь? Станция метро. Комендантский. Комендантский проспект. У меня там Анька Смирнова живет. Я там... Мы там по... Ничего, не важно. А это... Сколько лет тебе? Мне 12. Ты моя сладкая, ты нас смотришь? Да. Тебя мама не ругает? Нет, я с ней смотрю. Офигеть. А где мамулька? Вот рядом сидит. Ну где мамулька? Покажи нам мамульку. Мамулька, мамуля! Ну привет, мамуль! Ну в чем дело? Ау. Ну как дела-то? Мамулька с бодуна болеет. Сейчас внимание, подписчики. Опека! Опека! Чем? Как зовут? Лена. Лен, чем лечишься? Подскажи. Уже все, уже не лечусь завтра на работу. Я стоматолог. Ого. Это хорошо. Лен, посмотри, что у меня там зуб откололся. А. Ну все, приезжай, полечу. Я приеду, как раз к маме собиралась. Ну отлично, все, вот уже есть личный стоматолог. Все, пиши мне в директ на созвоне с тобой. Ой, слушай, тут хорошие связи можно найти. Хорошие связи. Ленка, мы с тобой, если что, закутимся. Да, все. Что, на Дом 2 не собираешься? Нет. Да, понятно, мы тоже. Все, целую, пока, Ленка, пиши. Давай, пока. Слушай, может, мы сейчас кого-нибудь, посла какого-нибудь найдем? Думаешь? Ну? Или сам Джастин Тимберлейк захочет к нам в прямой эфир. Сейчас Аарон, Джастин Тимберлейк, все дела. А есть парни вообще у нас тут в прямом эфире? Одни по-любому девки. Есть. Одни девки. Я думаю, парни точно есть, просто они молчат. Где кто? Они отключают, они... Привет! Связь плохая.
Ну, Оль, люди не хотят видеть тебя. Они как тебе, как ты подключаешься, у них мутнеет сразу. Ты заметила? Хватит зевать, а! У нас тут серьезные вон дела. О, опять девчонка. Сейчас прикинь, мама так подключилась, пиздюлями дала. Мама твоя? Мам Люба? Привет! Привет! Какой город, как зовут? Украина, Днепр. С Будуна, что ли? Да. Да. С вами вчера пила. Мы тоже. А как зовут? Юля. Юлька. Да. Юлька, Юлька. Ох, Юлька. Вот. Это по моей части. Тиму сладкий, кутё. Как зовут? Мимишка. Мимишка. Ладно, Юлька, кем работаешь? Быстро. Бариста. Кто это? Ну, бариста. Кофе варю. А, это нужный человек. Я такая тупая, а? Это нужный человек, да. Приедем на Украину, будешь нам это кофе делать. Капучино, латте. Да, да. Ну, если что, слушай, ты можешь... Я тебе сейчас... Ты пиши мне в директ, я тебе напишу адрес, пришлёшь мне кофе. Отлично. И собаку. Тебе своей мало, да? Да, у меня их два. Тем более два. Да. Ладно, все, Юлька, целуй, пока. Пока. А ты в бане собираешься? Да не, уже старая. И мы тоже, пока. Пока. Почему люди пишут плохие комментарии? Ты читаешь? Я вообще не читаю. Почему они нас засирают? Я не могу понять. Я не знаю. Алкаш, алкаша, вот это вот. Нахуя вы вообще нас смотрите? Я не пойму-то, блядь. Ой. Привет! Привет! Ой, вышла. Она нас увидела, я вышла. Она Олю увидела и вышла. Ты что, пукнула? Нет. А я не чувствую, у меня после коронавируса нет это... Что-то пуканьем запахло. Пуканьем? Может, собака посрала. Чё, серьёзно, приняли? О, здорово! Здорово, здорово, здорово! А вы слышали такое ПМР? ПМР? Нет. Это Приднестровская Молдавская Республика. Короче, рядом с Молдовой. Это всё очень тяжело. А, как зовут-то? Меня зовут Оля. Оль, ты с Будуна, что ли? Я еще пью. Да. Блядь, девки, смотрите. Ой, а как камера, блядь, переключается? А там... Как думаете, короче, кола, в шкафу коньячок, бутылки от него. Функционирует их. Короче, все нормально. Вот ждем подружку с селедкой. Девки, селедка. Бля, отправь маму, а. Я тоже хочу селедку. Отправляю, отправляю, мой хороший. Я хочу под шубой. Есть под шубой? Аленка в деле! Аленка в деле? Да. Да. Все, мои хорошие, я была рада! Все, пока, зайка, на дом 2 не собираешься! Мои хорошие! На дом 2! Еще раз! На дом 2 не собираешься? У меня трое детей, меня туда не возьмут. Нас тоже. Все, пока, целую. Пока! Блять, под шубу хочу. Нет. Забыли спросить, кем она работает. Да, точно. Мы же связи набиваем. Нам же связи нужны. Ты пукнула, значит. Мужчина? Родичонки. Чьи ноги, ребят? Покажись. Наши перчики! Ой, какие куклятки прям на подбор, а! Как зовут? Андрей, меня уже знает. Оль, ты ему нравишься? Он говорит, Андрей. Ну, Настя, поболтайте, вот оставлю этот тест. Я говорю, меня Ольга знает, я с ней списался с ней уже раньше. Что делал? Списывался с ней раньше. Да? Да? А я не помню.
Да ты меня ВКонтакте, ну, зайди и проверишь, фотку посмотри и увидишь. Было, нет? Нет, нет, не было. Ай, блин, ну чё ж ты, а, мог сказать, было? А? А из какого ты города? Кострома, Кострома. Кострома, Кострома. А чё делаешь? Ничего, ничего не делаю, просто гуляю. А сколько тебе лет? 23, скоро 24 будет. О, ну ты уже, слушай, взрослый перчик. А ты там что, братки твои? А? Братки там твои, что ли? Да, 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 да. А, понятно. Ну, привет браткам. Они слышат? Они слышат? Да. А покажи хоть их, а? Я понимаю. Вот и все. Будешь ебался, будешь покажу. Такие же красивые, как и ты, просто. Я выбираю себе парня. О, что? Это мой! Это прям мой! Прям мой! А это твой, Оль! О, что? Да не знаю. Да не ты, блядь! Да ладно! А вы где, ребята? Вы где? Вы где? Я в лесу, ё. В деревне, я в деревне. А, вы в деревне? Домик в деревне, что ли? Да. Отдыхайте, шашлыки, мышлыки, все дела, нарды. Да не, кино шашлыки. Вечер в хату. Да? Пожалуйста. Ну ладно, Ток, давай, пока, было приятно пообщаться. Давай, давай, давай. Пока, целую, обнимаю. Ольга позасосала тебя. А, девочки, откуда это было? Ольгин парень вышел на связь. Ребят, ну думаю, Оле уже признаваться не в чем, вы сами все видели. Это была мощь. А есть еще парни у нас? Блин, с детьми не надо. Давайте с парнями. Оля бывшего просто ищет. Ходила уже тебе. Вечер в хату, я вообще поржала. Это кто? Дзузбаева. Ну не, нам... Парни, вы здесь? Отзовитесь. Вспомнилась и взгрустнулась, Оль. Антон-то был той же. Я в шоке просто. А Антон зовут, да? Да. Посмотри ВКонтакте, он сказал. ВКонтакте посмотри и все поймет. Ты думаешь, в ране? Я вообще ни с кем не переписываюсь. А может быть, это тот, кто тебе отправлял? Уй? Да. Может быть, кстати. Ну, посмотри, зацени. Ну, посмотри, зайди, зацени. Оля, надо брать, говорят. Девочки! Блядь, где работает, забыли спросить. Ну, они, понятно, они трактористы, походу, там, Решаловы местные. А, Андрей он, а не Антон, видишь, забыли. А, Андрей. А, Андрей. Блин, Андрюха. Андрей, Андрюха, да, Андрюха. Они в тюрьме? Да, это тюрьма реально была? Они в тюрьме? Ну, там поэтому и начали писать вечер в хату, типа, на звоне. Он сказал, мы в деревне, домик в деревне. Они в тюрьме? Вы уже с друг другом замутите. Да идите вы на... Ну, господи, меня раздражает просто. Сейчас, сейчас, спокойно, спокойно, господи, приступ эпилепсии уже. Я просто не понимаю, за что негатива столько. Сейчас мужиков мало, надо брать. Да понятно, что Андрей, они что, в тюрьме были? Зона эта. Да ладно. Никуя себе, связи, мать, наработала. Фига. Оль, ты? А Оля-то еще и с тюрьмой переписывается, оказывается. В тюряге нет обоев, пишет. Кстати, да, скорее всего, не же обоев название. Какой нахуй тюрьме, пишет. Оля не реагирует. О! О, о, привет! Какой город, как зовут, где работаете? Москва, не работаем. У нас все
У нас все good. Что делаем? Пьем винишко. О! Наши. Все в чате, все только наши. Молодцы. О, Лилуша, почти как у меня. Ой, смотри, да, сладкая вообще. Кутятка. Не, ну я на вас посмотрела и... А, ну понятно. На нас все что-то смотрят, мне же уже плохо. И винишко, там... винишко. И заходит. Я вино-то не люблю. Но как молочко, вино. Да? Как молочко заходит. Как сухую землю. Не как молочко. А как тархун. Как тархун. А, да. Тархунец, жена. Тархунец. А зовут-то как? Яночка. Яночка. Ну все, приятно было познакомиться, Яночка. Целуем, пей винишечко. Дочку обнимаем, собачку целуем. Вообще, да? Прикол. Отекшие, как Кристина и Оля, у вас Инстаграм только на бухариков настроен. Девочки, мы сами в шоке. А после этого вы еще нам говорите. Вот мы сейчас подключаем просто левых людей. Смотри, кто подключается. Виктория, 14. И все, понимаете, и все отдыхают. Просто все. А че темно? Ты моя сладкая, привет! Я тебя не вижу, че темно? Я тебя вижу, включи свет у себя. Ты где там, в туннеле? Ничего не видно. Зай, отправь еще раз запрос. Ты слышишь меня? Блять, Вика не, сорвалась. Не, мы ее видели, просто было темно. Сейчас дождемся. Вика, перезвони, Вика! Отправь запрос. Вика! Где ее найти теперь, блин, а? А, здесь что, нельзя? Почему? Почему? Она ну, потому что не это. Что? Ну, не запрос не отправляла, поэтому ты не видела что-то. Ничего не видно, она мне пишет. Виктория, 14. Отправить запрос. Знаете, все ваши подписчики алкаши. Это что, это плохо или хорошо? Блин, алло, не видно. Зай, почему? Я тебя вижу. Слышно, но не видно. Как так сделать, чтобы меня видно было? Свет включить! Меня видно? Свет включи у себя. А где его включить? В комнате? Ты все пьяная там. Блин, а где его включить? Я не знаю, где ты, где находишься. Включи свет в комнате. Вика! Ну далеко идти до выключателя. Вик, дойди, Вика, мы верим в тебя. Блин, а как включить свет? Как включить? Проблема. Как проблема 21 века. Вика не может включить свет. Ребята, помогите ей срочно. Ну тебе. А ты где? А где Антон? Попроси Антона включить свет. Она ушла. Блядь! У себя в квартире свет. А, я не могу сейчас уснуть. Вика, что ты делаешь со мной? А Гозиас пришла. У нас уже 2000, я что-то даже... Прикинь, я что-то вообще... Надо звать Романец. Где Романец? Почему темно, Вика пишет в WhatsApp? Потому что свет, нет. Надо включить, Вика. Давайте еще раз попробуем все-таки достучаться до Виктории. Я очень переживаю, что не так. Отправить запрос. Подключение. Отклонила. Ай, все, блин. Все ясно. Боль, обида, ужас. Ну,
Я же сама сдохну. Почему? Как? Почему темно? Где свет включи? Да мне кажется, она выпила немножко и все. Со всеми бывает. Не знает, как включить свет. Тоже открыла. Вика, короче, мы не можем свет включить. Да похуй на... Вик, похер на свет, давай так подключайся. Выйти в прямой эфир с Викторией Членовой. Да и пусть тебя не видно будет. Поржем зато. На камере она хочет включить. На камере. На камере не включается свет. На камере свет не включается, Вик. Свет включается в комнате, Вик. Вик, Вик, мы боимся за тебя. У меня аж глаз уехал. Вик, все в порядке, Вик. Вик, ты... Вик, если все, если что-то не так, моргни три раза. Вик. Вик, моргни. В комнате. Если нужна помощь. Где моя сигарета? Держи, я пойду найду сосишку. Она тут где-то была. Вика, кадр, блин, вообще просто ходячий. О, Дагестан, привет! О, да. Так что ж такое? Да. Меня что-то подрубает. Здравствуйте! Она моргает три раза. Моргнуть даже. Моргнуть даже тяжело было. Вик, выходи в прямой эфир. Романец тут тоже. Тут все. Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелки. Процентов. Зай! О, что, одна зарядка? Дай зарядку! Да. Какой нам тусить? Бабла нет, сил нет, здоровья нет. Все. Пьем дома. Максу, Максмед, это твой. Это Максмед мой? Да. А ты смотрел наш прямой эфир? Нет. Здравствуйте. Какой город? Как зовут? Сколько лет? Массажная подушка счастливая, ее модель оснащена функцией инфракрасного подогрева для достижения максимума. Понятно, нахер. Так, Вика молодец, как ни крути, красотка, сама себя сделала. Да Романец подключилась к нам, у нее темно. Она говорит, я не вижу. Я говорю, свет включи, она на телефоне пытается свет включить. Как свет, говорит, включить? Мы начали ржать всегда. Мы тебе поможем, подожди. Выйти. Поговорим. Я в шоке говорю. Все, короче, мы пошли дальше пить. Мы вас любим. Ольга пьет пивас.